Всем привет, дорогие мои, с вами Леон, и мы продолжаем проходить Black Mesa. Да, все закончилось на том, что мы должны вывести на орбиту спутник, который, по словам одного из тупорылых охранников, который я пристрелил, это был первый, кстати говоря, мирный, невраждебный персонаж, которого я просто хладнокровно застрелил, чисто потому, что он оказался дураком полнейшим. Ну вот, в общем, он сказал, чтобы навести порядок, ученые смогли в Black Mesa, нам надо будет вывести этот спутник на орбиту, чем мы сейчас и занимаемся. Вот. Также тут просто постоянно какие-то стычки между инопланетянами и военными, при этом еще параллельно оставшиеся ученые, против которых и те же военные, и инопланетяне просто... в общем, ученые пытаются выжить, и при этом пытаются как-то обороняться, я так понимаю, для этого не нужно выводить спутник. В общем, три стороны между собой постоянно враждуют. Так, это я уже знаю. Тут, скорее всего, сейчас опять начнется. Так. Лучше так вот потихоньку подниматься. Так, по всей видимости, мы сейчас на открытое пространство поднимемся. Так, ладно, аккуратно. Чтобы такое, вот один патрон остался в револьвере. Надеюсь, надеюсь, мне его вход не нужно будет пускать. А если и пускать, то только так, чтобы уж наверняка. Так. Кто хочет меня убить? Покажись. Так, засейвились. Так, ага, все, слышу солдат. Ух ты, ё-моё, нифига себе! У меня аж это... Так. Оп! У меня аж висок сузился. Так, что у нас здесь? Это можно было, кстати говоря, пока не подбирать. Не сильно уж и нужда была, ну ладно. Смотри, как гад, а! Выжил после такого. Вы меня не возьмете, черти поганые! Хрен я вам сдамся! Ух ты, там же этот пулемет, блин! Нифига себе, вот он меня покоцал, да не слабо, черт. Так, таким образом он меня не видит, что ли? Надо же. Вот так удивил, так удивил. Так, давайте тогда приявим смекалку и шмальнем. Так, нет, понял траекторию. Все, готов. Я импровизировал. 22 хп. Шикарно. Так. Ну, большая часть, я так понимаю, здесь солдат была повержена. Мной. Мне бы... А, во! Отлично! Хорошо разбросаны эти все аптечки, зарядки. Не слишком много и не слишком мало. В общем, на харде проходить игру в одно удовольствие. Так, вот там я слышал, какой-то ублюдок все там орёт. Что орать вообще? Тем более орут let's go. Ну раз let's go, так let's go, давайте. Рашьте, рашьте меня. И ничего же не происходит. Я не вижу, что... Да, говорят, короче, кто такой этот Фримен? Так, кто, говорят, такой Фримен? Говорит, из научной команды, парнишка. Неужели он может такое вытворить? Типа, из саботажа, может, как саботаж какой? Типа, устраивали. Не знаю, говорят, но он убивает моих людей. Ладно. Эй! Guys! А... Look at that.
Они стоят ко мне спиной, нифига не видят. Может, здесь можно как-нибудь по стелсу сообразить? Это будет весьма, весьма забавно. Так. Ну, стелс не стелс, а... сообразить какую-нибудь систему ловушек можно против них. Так, вот тут можно спуститься по лестнице. Не люблю открытое пространство в этой игре тем, что могут просто свинцом накормить за милый мой, блин, револьвера нет. Знаете, что я, чего я жду не дождусь? Это когда появится арбалет. Арбалет появится, появится шанс на выживание. Действительно. Так, ладно, тут я не знаю, как мне здесь быть. Наверное, я поставлю вот сюда эту штуку. Так, ну давай ставь. Так, окей. Надеюсь, я делаю все грамотно. Привет, привет. Hello, guys. Как ваши дела? Смотрите-ка, а? Я почти в их поле зрения, но они меня все равно так и не заметили. Мне это нравится. Так, ну вот, по крайней мере, если они побегут, им точно не сдобровать, и они просто скончаются сразу же. Ох. Ох. Кто бы мог подумать, что здесь можно пробежать стелсом, а? Ну, тут явно я уже не пробегу, потому что там вот они меня сейчас увидят, побегут, да, помрут. Но может они меня... Так, ладно, я здесь сохранюсь, попробую пройти. Hello? Сзади увидел, гад! Ох ты, у них здесь, оказывается, вот здесь есть. Окей! Возьмите меня, если так можете. Если так хотите, по крайней мере, да. Так, понятно, хорошо, убедили. По крайней мере, на этот раз я знаю, как я буду действовать. Оп, с. Нифига себе, я пострелял, так пострелял. Хрен вам, уроды, хрен! Хрен вы меня возьмете! Так, вот. Уже получше будет. Так, хорошо. От них аптечки еще отваливаются, это круто. Получил! Так, понял, понял, где ты прятался, уродец. Не так уж у меня много здоровья, чтобы вот вытворять какие-то финтифлюшки. Оба-оба-оба-оба. Нет! Так, 8 хп. Ладно, рискну. С 8 хп. Так, откуда стреляла, сволочь? А вижу. Еще вон там бежит. На! Блин, недолет. Так, ну может я его все-таки убил таким образом, но я не хочу как-то особо проверять. Так, как насчет немножко. Так, споткнулся. Обговику. Мало приятного. Так, как минимум двое еще живы. Как минимум. Так, ну давай, покажи. Тьфу ты. Так, по-моему, я тут зря вообще сохранился, думаю. Ну ладно, сейчас попробую все-таки симпровизировать что-нибудь действительно нормальное. Так, нет, здесь не получится. Ребят, я, может, туда вниз могу упасть? Нет, не хочу. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Блин, револьвер мне нужен, ребята. Ну что ж за дела-то такие, а? Мне это не нравится, нифига. Да пошёл. Ох ты, нифига откуда. Вот еще нужно угадать, куда они будут двигать.
8 хп. Манал я. Не, не, не вариант. Не добежал. Что ж, ладно, единственный шанс, наверное, это действительно вот так вот, вот попробовать добежать до куда-нибудь. Ух ты, смотрите, тут что-то такое есть. Ладно, хотя бы до бочек добежать, вот этих вот контейнеров. Может, все-таки получится. Так, столбы, столбы меня спасят, столбы спасут меня, мою жизнь. Holy moly. Так. Только покажись. Я тебя взорву. Только... Ух ты, понятно. Так, понял. Стоять. Все. Все, я их. Я их убил. Я пристрелил их. Кандибобер, блин. О. Так, ладно. Отлично. Можно было бы до сюда добежать, конечно, но я бы не добежал. Так, что у нас дальше? Да, потерпел я тут. Неплохо потерпел. Так, ага, вот у нас вход. Так. Кто говорит, это все вытворяет? Монстры, ладно, поверят. А если гражданский? Короче, не могут поверить, что Гордон ходит и вытворяет что-то подобное. Так, ладно, засейвились. Так, это была попытка номер один, и она была фейловой, как минимум. Да, и это тоже было как минимум фейлово. Ох, блин. Ну ладно. Что бы с ними такое вытворить, а? Так. Блин, даже не знаю. Так, один готов, я думаю. Блин, нифига себе, отсюда. Все, готов, ладно. Так, ну мы сюда можем? Нет, мы не можем сюда пролезть, как ни странно. Так, здесь у нас центр управления спутниками, да? Значит, мы должны запустить вот эту красную кнопку. Да. Так, пошла, родная, пошла. Так. Блин, всех учить. 15 секунд, ладно, к этому времени не успеем. Ну, понеслась, родная. Не кочегары, мы не плотники. А, нет. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Ах, сын грустит о матери. 5 минут, помет нормальный. Все, ну теперь вроде как... ученые теперь могут действительно... Так, дверь открылась. Ее кто-то открыл, или она просто автоматически открылась? Мне это важно знать, потому что я, если сейчас выгляну, меня там расстреляют. Мне не хочется этого. Hello? Есть тут кто? Everybody home? No? Никого нет? Хорошо. А, ну теперь мы можем вниз спуститься, хотя нет смысла. А, вот там должны открыться ворота, я думаю. Ну, как бы. Я надеюсь. Ну давай, рассеивайся, дым. А, вот, звезды появились, круто. Так, и что дальше с того... А. Так, вот какой-то вход. А, ну мы отсюда вышли, да, точно. Точно, точно, точно. Так, ну и куда дальше-то? Здесь? No, не здесь. Где? Где, 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 где? У нас куда идти-то надо? Здесь? Нет, по всей видимости, нет. А, вот, смотрите, да, открылось, открылось. По рельсам, дальше по рельсам. Так, спокойно. Все это, конечно, очень весело, но...
Нашей жизни продолжает угрожать опасность. Опасность кругом. Так, давайте осмотримся, что мы здесь имеем. Или можем заиметь. Так, тут ничего интересного. Ладно. Нам, наверное, вниз надо спуститься, судя по всему. Ну да. Тут, как минимум, очевидно это. Так. Под электричеством водичка. Наверное, мы ее избавить... Ее от напряжения не сможем. Ну и ладно. Так, со здоровьем у нас все в порядке. С патронами вроде как тоже все пучком. Еще будет револьверчик мой любимый пробить. Было бы вообще замечательно. Так. Так, тут ничего нету. Все, отправили теперь наконец-то спутник на... А, о, смотрите. Это уже не просто вагонетка такая. Это что-то более такое нормальное. Ох ты, нифига. Ха-ха. Да, если бы я такое увидел в 2008 году, у меня бы просто, я не знаю, крыша бы сорвалась. Так. Оба. Так, спокойно. Что это было? Что тут за народные волнения? Не надо. Так, и вот... Что? Что? Что такое случилось? Что? Ух ты, блин! Вы только посмотрите, что там произошло-то. Так, блин, по мне тут стреляют нехило так. Ладно, эти придурки прибегут, и я им просто бошки-то посношу. Давайте. Подходите. По одному. Не успел я договорить про этот экран. Выглядит он очень даже в современном стиле, то есть это же, вот как можно догадаться, в 80-е где-то года, ну или 90-е, типа научная лаборатория, все в таком духе. И вот такое увидеть чем-то напоминает плазму. Не знаю. Но если даже так, то представьте себе, сколько денег было вбухано вот во всю эту Black Mesa. Просто вообще, я не знаю, дичайшие инвестиции. Так что неудивительно, что здесь военные прям рвут и мечут. Тут, наверное, самые лучшие войсковые подразделения были посланы. Так, ну что, блин, мы их так вот просто не выведем оттуда, да? Ну ладно, придется как-то менять дислокацию. Спокойно! Don't panic. Все будет в порядке. Эй, ты! Я знаю, что ты там. Нет, стой. Что, все? Кончился? Никого нет? Ха-ха. Как? Как это произошло? Ну ладно. Ладно, хорошо. Все закончилось быстрее, чем я ожидал. Так, это у них все эти MP4. Возможно, у нас потом будет, насколько я помню, что-то покруче. Типа М4, вернее. Блин, МП5, МП4. Спас-12. Магнум. Куда это ведет? Если честно, мне не хочу знать, но. Так. Уть! Так, что? Что это? Что? Мы куда попали? Зачем? Главное. Так, я не понимаю все-таки, да, зачем здесь? Зачем я сюда нырнул? Наверное, потому что... Что мне делать нечего совсем. Плеск воды. Ну ладно. Что за... Лестница сломалась? Какого фига? Обалдеть! А как я... А я, слушайте, действительно, я уже передумал. Я думал, надо... Так, так, давай. Я же сейчас задохнусь нафиг. Здесь. О, все, так. Что-то мне не нравится это место. Ох, как не нравится. Слишком много воды. То есть я уже действительно хотел вернуться обратно, зацепился за лестницу, она сломалась. А с геймдизайнерской точки зрения это было весьма грамотно. Так, ну ладно. Ух ты. Ух ты, это что такое? Ах ты. Понятно. Гол в доту пишет.
Халфу, да, в халфу гоняю. Надо же. Так. Продолжаем. Не буду отвлекаться. Да, я играю в доту. Вторую. Сегодня установил только первый раз. У меня ключ давно был на бета-тест. Я даже хотел записать прохождение. Ну как прохождение? Посмотрим. Монтажик небольшой замутить. Ладно, неважно. Мы сейчас не об этом. Так. Я упал. Я упал. Это фигово, да? Наверное, надо. Надо, наверное. Знаете что? Кажется, я помню этот момент в игре. И скажу вам, он очень-очень нифига не позитивен. Так, я сделал пух. И возможно, вот это вот мне поможет, да? А, да, вот, смотрите. Эй! Отсылка от Half-Life 2. Там одна из самых первых таких логических задачек на физику на движке Source было именно вот подними. Это что такое? Блин, я присел. Так, спокойно. То есть вот подними вот, платформу, используя движок, типа вот за потока воздуха, там вот, бац, все, готово. Нет, это еще не все. Это еще не все. Так. Ну, все, подобрал, подобрал, помолодец. Так, нет. Так. Успел, отлично. На последней доле секунды воздух кончился почти. Почти. Так. Оп. Ну все. Ну. Вау, обалдеть, ну все круто. Так. Уп. Хорошо. Продолжаем. Ну, и как же без вас, дорогие мои! Дорогие мои! Смотри-ка какую, а. Не дал поугарать над ним. Охранники, а? Ой, военные в смысле охранники. Флавия. Здорово! Так, что-то тут дофига зомбарей, значит, будет. Ладно. Куда идем? Ух ты! Черт подери! Блин, я упал. Секунду, я упал с какой стороны? Ай, блин. Ладно. О, началось. Началась атака. Так, а как не по... Я не понимаю, где. Я не понимаю. I'm not understand. Куда мне идти надо? Но, может, надо сюда зацепиться? Возможно, я просто поставлю сюда. Тут коробку и на нее залезу, зацеплюсь за... Давай, родной, нет! Нет, не получилось. Давай, да что ж такое-то? Может, мне надо как-нибудь все-таки здесь прорваться ли? Ладно, я постараюсь. Хотя вот смотрите, сколько сейчас у меня кислород весь уйдет, и это будет очень-очень... Ох, да, так, все, нормально. Блин, сколько воды, а? Вот вроде как игра монорельсовая, да, обалдение, но сколько всего происходит. Плюс еще такая тематика, да, вот то, что закрытые лаборатории, там это все. И столько разнообразия все равно вот поступает, я прям балдею. Как можно... Так, что у нас тут? Газовая труба. Так. Ой! Да, подкололи меня. Ой, горячо. Так, подкололи меня, значит, да? Вот, молодцы, ребята. Так, жуки, повсюду жуки. Что это за хрень? Это какая-то гидра, блин, амфибия. Вот, водный монстр. Очередной... Ой, блин. Брось, как у... Гадство.
Блин, это же, блин, водный монстр, еще один. Это будет третий по счету огромный монстр, которого надо будет как босс уничтожить. Да. Чувствую, это будет не так уж просто. Тут чисто на ловкости, так понимаю, будет заточено. Заточен уровень. Стоять! Скройся с глаз моих! Вот тут, я так понимаю, будет скользкий пол. Очень ответственные моменты. И надо будет избавляться действительно вот от этих вот мразишей. Уп! Так, аккуратно. В аккурат все идет. Отлично. Так, поднимаемся наверх. Hello! Ученый, как твои дела? Рассказывай. Да, я видел это. They claim it was hauled from the Challenger Deep, but I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. You're more than welcome to try your hand. Да, предлагают мне попробовать избавиться от него вот в этой клетке для против акул. О, смотрите, там арбалет. Арбалет! Арбалет! Класс, класс, ну ради арбалета. Только... Да, ясен пень, что не надо в воду соваться, ты что? Я по-твоему, настолько придурок, что ли? Короче, типа поможет мне избавиться от этой рыбины, но он не знает, вот эта клетка против акул сможет ли мне помочь в нашем деле. Не уверены. Так, ну ладно, спущусь вниз, глянем. Так. Окей! Опускай меня! Ох. Так. Так, ты аккуратней будь, да? Так, спокойно, спокойно. Блин, она просто отломилась, черт. Так, мне... понятно, именно арбалет-то под водой нормально. Так, стоять. Воздух-то у меня не... Ой, вот он! Тупая тварь. Черт, черт, я же задохну сейчас нафиг. Погодите, я его убил, я его убил! Я убил, я убил! Да, да, черт тебя дери. А, стойте, это транквилизатор просто, точно, уже сказал, что это транквилизатор. Я забыл. Она сейчас проснется, может быть, может быть. Может быть и нет. Так. Нафиг отсюда, нафиг. Это, возможно, был не первый и не последний такой монстр. Ладно, ладно. Кругом вода, кругом вода. На-на-на-на-на-на-на-на. Так. Эх, блин, щит. Так, ладно. Знаете, наверное, я оставлю все это веселье на следующую часть прохождения. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, если вы здесь первый раз. Я прямо как юзик говорю, хотя на самом деле что-то такого. Ну, в любом случае... Всем тортик! Все, руки в крови, ужас.